На этой неделе красноярцев ждут дожди и первые ночные заморозки. В ближайшие дни столбик термометра будет балансировать в районе 8 градусов. Стоит ли планировать себе загородные выходные и когда начнутся первые снегопады, расскажет Денис Денисов. Утро понедельника недвусмысленно дало понять, что бабье лето закончено и пора готовиться к предзимнему периоду. И уже во вторник нас ждут сильные порывы ветра до 11 метров в секунду, переменная облачность и, возможно, небольшие осадки. По сравнению с остальными, среда станет самым теплым днем на этой неделе. Плюс 12, плюс 4 градуса. Правда, с довольно мрачным небом и постоянными дождями. Ну и ветер немного успокоится, и до конца недели его максимальная скорость не превысит 7 метров в секунду. А в четверг дневная температура воздуха упадет до отметки плюс 7 градусов, а небо над городом затянет тучами. Синоптики обещают осадки более 3 миллиметров, так что приготовьте крепкую обувь и зонты. В ближайшие дни они вам постоянно будут необходимы. Пятница не особо выделяется на общем сером фоне. Нас ждут все те же переменная облачность, небольшой дождь, плюс 8 в дневное время суток и всего лишь плюс 2 в вечернее. Кроме того, метеочувствительных предупреждают об ощутимых геомагнитных бурях. Выходные потепления не принесут, а даже наоборот. В субботу нас ждет первый ночной заморозок – минус 1 градус. А в воскресенье дневная температура не превысит отметки плюс 6 градусов. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра до 13 метров в секунду. А уже в конце следующей недели стоит ожидать первых снегопадов, так что лучше успеть насладиться осенними пейзажами, пока они еще золотые. Денис Денисов, Павел Иваницкий, 7 канал.